Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Хочу сказать большое спасибо искренне всем тем, кто откликнулся на нашу просьбу помочь собрать финансы на особенных детишек. Спасибо, спасибо вам огромное, девочки. Спасибо за ваши теплые, честные, искренние комментарии, которые помогают мне, действительно, я читаю вас, они помогают мне набираться моральных и душевных сил. И я понимаю, что каждый раз, когда вы пишете стихи мне, комментарии, я все читаю, только, простите, не могу сразу отвечать. Я понимаю, что нас много честных, искренних людей, которые действительно по-настоящему любят животных. Спасибо вам за это огромное. Сегодня наш ролик я хочу попросить собрать нам финансовые средства на питание. Карты пустые, к сожалению. Я оплатила частично долг в клинике, частично питание, которое брала под тады, потому что в последнее время действительно я питание беру уже взаймы, в долги, залезаю в долги, но спасибо опять же тем людям, которые меня знают в этом городе и которые не отказывают. Моя такая большая дружная семья. Собак в приюте не становится меньше. Вот недавно ездила, кормила бездомышей, и кто-то в ночь в коробочке выкинул 4 щенков на трассу. Пришлось забрать. Одного щеночка я забрала уже с пироплазмозом. Он был в коробке желтый. Вот. Вы увидите в конце видео со всеми щенками, которые находятся у меня дома. Очень много уходит сейчас денежек на щенков, которые находятся у меня в комнате. Застилаю все пеленками. Их много. И пеленок у меня уходит, поверьте, это 2 пачки в день. А это 700 рублей. Но мы сделали первую прививку. Сейчас сделаю вторую прививку и поедем уже в приют. Со щенками все хорошо. Ну и, конечно, зайки в приюте тоже очень-очень ждут вашей помощи. Потому что завтра уже нам покупать, кушать не на что. А теперь я буду обращаться к вам не как раньше планировала, 2 раза в месяц, а раз в неделю с просьбой помочь нам оплачивать питание, девочки, потому что зайки в приюте не виноваты. Я тоже спасала их из последних сил, кого возможно. Многие, я говорю, у меня собаки с тяжелой судьбой в моем приюте. Поэтому большое вам искреннее теплое спасибо, что вы со мной, что вместе со мной вы помогаете спасать и делать этот мир чище и добрее. Хочется, чтобы как можно больше людей начали это понимать. Моя такая большая дружная семья. От ваших комментариев, от ваших просмотров и лайков тоже очень многое зависит. Хочу сказать всем тем, кто у меня находится в WhatsApp. Девочки, когда я делюсь с вами ссылкой, я очень прошу вас заходить не по ссылке, а именно с самого YouTube-канала. Потому что если вы заходите по ссылке, то ваш лайк не засчитывается YouTube. К сожалению, вот такие правила YouTube. Еще хочу сказать, что кто делает переводы Western Union. Western Union очень сильно подорожал. Подорожал в плане того, что кто переводит евро. Western Union теперь очень хитрит. Он эти евро переводит в доллары. И то есть уже выдают финансовые средства в рублях по курсу не доллара, ой, не евро, а доллара. Поэтому посмотрите, рассмотрите, люди, кто живут за границей, систему «Контакт». Она очень удобная, она есть по всему миру. И «Контакт» работает именно на мое имя. Моя такая большая дружная семья. Помогите хвостикам. Помогите хвостикам не остаться голодными. Помогите накормить приют. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Все, кто смотрит это видео, подписывайтесь на канал и скидывайте деньги, донаты, потому что собакам нужно есть и нужна помощь. Да, большое спасибо. Это очень важно.